друзья, меня зовут Александра Паснова, я рада приветствовать вас на моем канале «Закоренелый цветочник». Вы знаете, что я очень много рассказываю про комнатные растения, но при этом срезанные цветы тоже входят в наш ассортимент, и мы делаем букеты, разные букеты для наших покупателей, и буду рада, если у вас возникнет повод, и вы захотите воспользоваться услугами нашей мастерской. Сегодня хочу показать вам видео про предзаказы, про то, как делается много букетов, и немножко рассказать, почему так любят собирать цветочные магазины предзаказы, когда клиенты заранее говорят, что им нужно, и почему мы не делаем скидки на большие объемы. Причина очень простая. Когда вы делаете предзаказ, ну, по крайней мере, в нашем случае, мы за неделю в Голландии заказываем цветок. Соответственно, зная ваши пожелания, это касается букетов невест, свадебных оформлений, большого количества букетов на экзамены, на выпускные, мы заказываем цветок непосредственно под вас. То есть вы получаете свежайший цветок, нужный вам цветок, в нужном цвете, в нужном размере, в нужном качестве, в нужном количестве. Это первый момент. Второй момент, мы распределяем свою работу таким образом, чтобы вы получили к нужному вам времени заказанный вами букет. Ну и в случае, когда идет большое количество букетов, а в этом видео девочки у меня делали 40 букетов под заказ. Почему мы не делаем скидок? Потому что, во-первых, огромный объем цветка нужно принять, переработать, перечистить. Во-вторых, это большой объем работы. И, как правило, работает не один флорист, а двое-трое флористов и посвящают этому практически целый день. Поэтому, когда вы просите скидку, друзья, прошу вас немножечко вот понимания, что ли. То есть это действительно большой объем работы, это не наша прихоть. И проще сделать один букет на 15 тысяч, чем 5 букетов на 3, поверьте. Поэтому скидки – это, конечно, хорошо, но труд флористов тоже надо уважать. Итак, смотрите, как мои пчелки, труженицы мои трудились и делали заказы на выпускные. И буквально через день-два после того, как выйдет этот ролик, мы будем делать очередную порцию букетов, уже чуть в меньшем количестве, но тем не менее, которые, слава богу, тоже сделаны по предзаказу. И, соответственно, когда у вас свадьба, не удивляйтесь, если вы приходите за день или день в день и расстраиваетесь, что нет нужных вам цветов. Всего 10 дней заранее позаботиться, обсудить все детали, и все будет сделано в лучшем виде. Итак, не переключайтесь. Снежана на полянке собирает цветочки.
получили от просмотра данного видео удовольствие, потому что смотреть, как работают другие, это всегда, безусловно, приятно. Особенно, когда речь идет о работе с цветком. Это прекрасные дары природы, которыми мы можем каким-то образом их формировать, творить и создавать красоту. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь, до новых встреч. И надеюсь, конечно же, что и срезанные цветы вы будете заказывать у нас.